А, хорошо пахнет. Поехали. Опять шишки свои. Да. О, боже мой. Так и наркоманом можно стать, реально. Шишки нюхать. Бронебойное оружие. Угу. Ага. Алекс приглашает вас в игру. Нет, спасибо. Как-нибудь откажусь. У нас тут своя война. Блин, реально загрузка стала дольше. Угу. Это очень потому, что Алекс в игру пригласил. Да, наверное, все из-за него. Все беды из-за него. На самом деле виноват Алекс. Мерсер. Ну. Загрузка, давай, 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 рожай, давай. Ну. Даже можно было 10 раз загрузиться. Вот именно. Ожидание игроков. О, все. О, поехали. Боги милостивые, они здесь. О, господи. О, я помню эту миссию. Они пытаются нас убить. Я помню эту миссию. Против Бейнблейда. Да, я помню. Кривая несколько миссия. Подожди, сейчас я на них прыгну. Ну не то чтобы кривая, но она длинная очень. Ого, технодесантник. Эта миссия просто очень-очень длинная будет. Да, это она. А чё дальше нельзя? Ну ладно. Да, я помню, это очень-очень длинная будет миссия. Давай, оживляй Бейнблейд. О-о-о. Да. Оживил. Окей. Оставь его пока где-нибудь. А, да ладно, оставлю его пока здесь. А пока не нужен. Базу захвати. Будет чем поживиться. Так, куда идем? Сначала сюда, думаю. Да, сюда. Поближе. Думаю, давай, поехали. Нобов, думаю, возьму. И хватит. Я понял. И они тоже. А что, стрелков нет таких нобов? Не. Лучшие орки здесь. О, демоны. Неожиданно. Привет, ребят. Как вы тут ощущаете себя? Неплохо? Давай точку хватай. Хватаю. Ты проходи дальше. Я там всосал. Нормально. Все четко. О, демоны там еще. Да, эта миссия довольно длинная. Как так ты не можешь турели ставить? Ну нет возможности ставить турели. Я бы уже давно вставил бы их. Нет, понимаешь, нет. Вообще нет, или вообще ты просто не поставил? Может быть, она где-то была в прокачке, но я же выбрал другой путь. Если там была, конечно, такая ветка. Ну, добивай его. Так. Поехали. Сюда. Ся. Можно начинать выжимать отсюда все соки. Угу, погнали. Цель понял. Алтарь Зинища тут нормально. Угу.
Надо будет вынести его по пути. Стрелки готовы. Пройдемся немного. Ну, влетел. Хорошо. Наконец-то он стал тащить. Кто? Завтрак. Да? А где он вообще? Он. О, предейтор. Классический. Иду к нему и лечу. Ну вот. А, ну вот, я использовал уже свое умение. А гренки обычно не думаю, что на него сработают. Поехали. Так, мочите их тут. Свинцометы готовы. Немного прогуляться. Хорошо. Гренка. И даже три. И чё? Они тупо подбегали к краю здания и прыгали. Это нормально? А вот там 38 единиц осталось всего. Сейчас мне плюнуть достаточно, и они умрут. Ну смотри, ща. Ага. Так, еще один предатор. Предейтор. Окей. Был и нет. Было и не было. Так, тут пацаны увеличение числа бойцов. Хорошо. Сейчас какой-то мы длинной дорогой пошли, тебе не кажется? Можно было обойти ближе. Сейчас поверху пойдем, потом до центра. А там дальше мы разделимся. Посмотрим. Так, нормально. Ну что-то еретики оборзели. Да-да, я вижу. Что-то как-то много. Ты тыщ! Ой-ой-ой, сзади парни приперлись. С ими фиолетовыми пафосными питерскими пушками стреляют. Гомосятинки. Все выкусили. Давай, 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 дави их. Вам и нет. Хорошо. Так, все сюда. Хорошо, пока что сюда. Кого можно заказать? Мародеров можно заказать. Нахрен тебе сдались, блин. Почему нафиг? С пулеметами. Штурмаков. Там же дальше они потом с гранатометами сидеть, твари будут. Поджидать, когда ты подъедешь. Нормально. Так, база КД и база имперской гвардии. Ясно. Я могу базу КД взять. Да, без разницы. Не, имперской гвардии полегче чутка. Ой-ой-ой. Парни, привет. Все. Съели. О-о-о! Ля тут бежит, сука, пацанов. Идите сюда, о, дорогие. Это мой час. Идите сюда, дорогие. Это мой час. Блин, вот зачем ты вот сделал? Это было круто.
А ты рыбак просто вызываешь, что ли, да? Да, просто появляется. Там рандомно появляется, могут и новые появиться. О, это прикольно. Это прикольно. Зачем ты вот сделал это? Там сейчас так шарахнуло. Мне тоже шарахнуло. Хорошо. Это херня, он там прям залетел. Хорошо. Тут. О, твари поджидают нас уже. Тебе было это нужно? Не, я взлетать не буду. Энергию тратить только ради этого. Да еще и взрывы такие устраивать большие. Ты труп, а я нет, я выиграл. Нормально. Все. Заходим. Кто у нас тут? Часовой? Спиной еще стоит. Сейчас в каком-то стелс-экшен играть, так подойти сзади, чик-чик-чик. А, нет, один смотрит сюда, ну ладно. Через стенку взял, ему кинул там, нормально. Все. Слили. Это Вархаммер, детка. Да. Надо базу захватить. О. Иди, хватай, я пока пойду. Порешаю вот этого урода. Хорошо. Чё? На, по бороде падал. О, предейтор. Да! Просто в хлам предейтор вынесли. Так, я пошел вправо, короче. Иди. КД-шек валить. Они посильнее будут. Ну, немножко, да. Немножко. В игре немножко, а в реально как по лору, по вселенной, то есть если на нет. Там очень немножко. Даже слишком. Да там даже один космодесантик на целый, не знаю, полк, если влетит с лазерными винтовками имперской гвардии, то он там всех голыми руками разорвет. Смотри, еще какой космодесантник. У разных орденов же свои фишки. Ури Левентрис. Ну, не знаю. Если он влетит. Какая разница, кто влетит? Главное, что влетит. Короче, надо против техники ставить оружие. На! И тут на возвышенностях хитрые стреляют сверху. А, часовой. Просто в воздухе его убили. Завтрак? Да. Понятно, весело. Давай, ах, давай, давай, мочи их. Сейчас я его резну. Блин, тут везде эти штурмовики. Хорошо. Так, ну я пока что прохожу. Двигаюсь к я цели. Я тоже. Скажем так. Так, вижу, ты уже там базу начал им разносить. Сейчас они будут. Че, как-то даже быстро. О, ну их тут пушки везде. Ага. Самый большой свинцемет. Залетай, просто залетай. На!
Уху. О, прибыли. Чуть не опоздали. Кто? А, терминатор. Терминатор. Они довольно ж крутые пацаны. Ой, у меня терминаторы приперлись. Есть минус одна база, кажись, да? Да. Или, или у тебя. Или у тебя тоже уже, да? Уже тоже. А, ну значит все. Господи, если он сейчас там будет, это будет пипец. Да сейчас мы его будем по всей карте гонять. Этот лендрейдер сраный. Не, ну там его в центр сейчас вольнем по-бырому. Сейчас аккуратно. Просто урон завтрака увеличу и все. Аккуратненько надо его вольнуть в центре. Терминаторы! Да не, нормально, сейчас терминаторов развалю. Чисто как-то они быстро слились, ну ладно. Жду на перекрестке. Угу. Сейчас такой уродов солью. Ага, то там они остались по понтам. В бункерах всяких. Я их даже не трогаю. Нет смысла. Что там энергия осталась? Да ну его нафиг. Ту энергию. Да я не заходил, да подожди. С этих точно будет чем поживиться. А у них все про добычу. Угу. А дай-ка мне пап, на него вызовем и все. Слышь, ты этого вагон подгонишь? Да, от него понту. Ну и что? Ты что, вызвал эту? А, не. Так, стоп, где он там? Ща притараню. Да я вызвал уже. Главное, чтобы он здесь задержался. Ну, сволочь, ты куда ты? Отойди, отойди. Нормально. Понеслось! Просто выноси его в хлам. И орками легче его выносить. Да насрать! Просто используй весь вах и мочи вот все. Вот почему лендрейдер хрень. Потому что... Он только гранаты может впереди. Все! Все. Это все, что он может. Ну гранаты спереди он пуляет, да, неплохие. О! Оружка. Я подобрал. Окей. Ну не... Маленькая градзука. ЖК-бомба. За выполнение 31 кооперативного задания. Вот тебе дака достался. Мне дали маленькую... Мне дали какой-то особый свинцемет с уроном 54. Хм. За выполнение 31 кооперативного задания в качестве гостя. Только не понимаю, где эти вещи, наверное, при создании новой компании все-таки. А, вот финальная миссия, да. Но это же будет потом. Ну.